партия жуликов и воров! Партия жуликов и воров! Жуликов и воров! За партию, которая по сути просто, например, в Москве не получала 20%. За партию, тому название которой стало ругательством. Да пошел ты в ядро! Ядро, ведро! Ядро, ведро! Ядро, ведро! Ядро, ведро! Ядро, ведро! Покричали, ладно. Вот. И я, как и вы, как многие здесь, да тут, наверное, половина из них присутствующих была на пикете, который был 11 декабря. Мы тогда туда пришли все разные, правые, левые, левые, правые, были даже вообще никакие. И мы тогда с вами тоже кричали лозунг, кричали Путина в отставку, Чурова в отставку, Черкунова в отставку. Мы много с вами кричали, иногда по делу, иногда не по делу. У меня лично тогда горло 2 дня после этого болело. Вот. У кого-то тут до сих пор болит, ну, у меня выстрелы, как вы видите. Сейчас. И что я хочу сказать на самом деле? Самое главное, что мы должны заставить нашу власть уважать нас. Мы должны заставить, чтобы она нас боялась и уважала. А для этого нужно, чтобы мы приходили. Если какой-то чиновник вдруг сворует или обманет, скажет это по телевизору, нужно, чтобы на следующий день у него там стоял пикет. Чтобы перед его кабинетом, чтобы он видел прямо в окне, чтобы там стоял митинг. Чтобы на него подали в суд. Чтобы люди не прощали то зло, которое делают нам чиновники. И поэтому не забудем и не простим. 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 И последнее, вот я еще одно предложение скажу, просто если я это не скажу, многие меня не поймут. Я считаю, что любое преступление в нашей стране должно наказываться. Неважно, кто это, президент или губернатор. И я лично считаю, что то, что у нас было с выборами недавно, 4 декабря, это было преступление. И поэтому люди, которые за это ответственны, а за это ответственны персонально в стране Владимир Владимирович Путин, вы все его знаете. А у нас в крае, ну кто, сами скажите, кто? Черкунов. И поэтому Путина в отставку, Черкунова в отставку, Путина в отставку, Черкунова в отставку, Путина в отставку, Черкунова в отставку, Путина в отставку, Черкунова.